В Днепропетровске создадут первую в городе супербиблиотеку, где молодежь не только сможет почитать книги современных авторов и классиков, но и с пользой провести время, подкачать пресс и посетить различные тренинги. До конца года такой уголок досуга будет организован в 4 залах филиала библиотеки на улице Минина. Суть проекта – сделать библиотеку такой, чтобы молодежь могла там не только книги читать, но и общаться, пользоваться бесплатным интернетом, проводить мероприятия и встречи. В библиотеке будет предусмотрена зона для спорта, йоги и отдыха с удобной мебелью, чтобы можно было почитать книгу. Будет и мультицентр с экраном и проектором, что даст возможность проводить различные презентации, тренинги и лекции. Кроме того, там организуют место, где можно будет попить чай или кофе и просто поболтать.